свел патрами. КС-очку полуфуловую и 300 фиолетовых патров. Узнаем Павлу. И еще плюс-минус несколько патронов на АКС. И несколько патронов на АКМ. И еще РП-16. Флобенький за 220. И там еще было всяких мелочей, и при этом оставалось... Была куча обычной брони. Жопой жуй. Так. А я думал, это тип. Я испугался. Я его убил. А ты видел, куда он смотрел? Мне кажется, там типа есть. Он смотрел куда-то подозрительно. Джонни, давай на горку пролезем, где я сейчас. Аккуратненько. Ботяра. Типы. Я обхожу здание. Да, типы. Один минус. Так, ищем второго. Я у него сразу же, что все подберу. На крыше. Убил. Все. Минус два. Я сейчас золотая я разделю, не волнуйся, я не жадина. И они не вернутся. Блин, так теперь спокойно на душе, убили двоих типов и все. Больше не вернутся. Вот такая я с него заберу. На четверках. Я бы сейчас фактически фиолетовый тебе отчасти. И сюда. Я тут скину. Это я тебе сниму 20 минут. Ну, практически 40. У меня 180, я там где-то 150. Прям так все быстро, резко. Иди сюда, если фуловый шлемак нужен, забирай. Бески не нужны, их будем. Я, короче, уже считаю забитый. Будем капать с центром. Я посмотрю просто. Это труп. А у меня места светлячков нету. Надо иди сюда забирать. Иди сижу на нас. Сейчас умру метку. Они сюда еще добавили набор инструментов. Мне не нравится, теперь возрождения нету. Крыс теперь нету. Вот еще выпадет. Не покушаем. Ничего, мне надо будет начивкой скинуть. И не доел. Подожди. И не докушал. Вкуснятина. Понял. Типы. Боты. Понял. Если будет типа этой метку. Не пусть скинуть. Успел. А вот ты вот не успел. Так, фиолетовая метка. Подожди. Бота убил. А, нет, уже не уберу, он спрятался.
Да блин. Я вообще не умею брать упреждения на снайпер. Я вообще за жизнь брал упреждения пару раз все. Аккуратно, здесь тоже крысы бывают, нет. Гениусы. Ты пока посиди, если меня повалят, то поднимешь. Чтоб нас двоих не шотнули. Я просто вылезу, зачекаю. Бот стоит, наверное, на фуникулёре. На радиовышке. Никого вроде бы нету. Сейчас пойду чуть-чуть загляну в виллу. Вилла вроде бы пустая, но не факт. Думаю, можно идти. Кстати, Джонни, этого, помнишь, там заборчик, я тебе хочу показать, как там залазить. Я в ютубе наткнулся на видео, там прям было видно, что нужно делать. Короче, давай, я спускайся, я жду. Я на виллу смотрю. Типов видел? На пинг, не могу подскочить. На вилле, походу, типы. Либо же у меня шиза. Аккуратней. Там, короче, из-за автомата, рядом с автоматом мне либо показалось, либо же там реально есть вылезало вроде бы что-то. Моя шарика не... Смотри, как мы здесь. Это бот? Боди? Мне пинг 500. Подожди. Чё ты? Короче, вот здесь вот так залазишь, просто под каменным углом смотришь. Просто смотришь вперед, вот прям максимально прямо. Все, вот так вот. Давай обойдем здание. Подожди, тихо. Да, это башня. Блин, я карточки подобрал. Мне урон не засчитал, опять пинг подскочил. Опа. Слышал, стрельба. Стреляются. Бот стреляет из кем. Типы на фунике. Бот смотрит в сторону фуника и стреляет. Стрельнул. Трогаем. Бота спожай. Типа теперь еще после одного же, типа, мигает персонажа, когда стреляет сам персонаж, он подмигивает. Его уровень брони, его хп. То есть бот выстрелил, он подмигнул, вторая броня, он. И он по направлению к нему. Просто гениальный Шерлок Холмс. Я раскрыл типов. Залез немного повыше на крышу. Я Шерлок Холмс, конечно. Где-то бомба начала. Походу спрятались. Плюс-минус, как я понимаю, они бот смотрят плюс-минус на вот этот вот камушек. Возможно, за ним типа, возможно, они перебежали. Если что, у меня нету оживления, я наварила просралову. Денег уже нету. А бот зашел, они уже могут быть по-настоящему там. Вот переходит. Теперь они могут вылазить. Там бьешь, я, видимо, по кайфу вообще. Пойду полутаю. Давай-ка. Немного забачи. Не хотят вылазить. Если только сильно не разделяйся, возможно, они нас начнут резко пушить. Это мы. Подожди.
Если нужно другие. А вот уже и гости к нам пришли. Вышел топот? Забей на лук. Топал кто-то справа. Странно, бот не загрелся. Подожди, я выкидываю ниточку. Ну какие потные заразы просто сидят. Заимницы просто. Не, походу не типа, я пойду полутаюсь дальше. Вот. Я честно угрюм свою реакцию, когда я сказал то, что типы он по ним стрелял. Ты доходил, не заблудался такой. У меня есть ключ. Уф! Иди забирай, чё. Если что-то не забирай. Не, я прям забит. 180 патронов лежат защищённым. Остальное все забит. Денег поэтому не сильно много, я вот еще. Потому что броня практически ничего не стоит. Такс. Предлагаю тут не засиживаться. И вот здесь вот встань, я на крышу полезу. Сейчас еще немного посмотрим и будем решать, что делать дальше. Да, внизу бот ходит. Я его снайпанул, чтобы он не мешался. Мне подлагало. Дверь вон там вот открытая, это подозрительно. Там боты бегают, значит не подозрительно. Ради вышки вроде бы никого. Здесь тоже никого не вижу. Бот спокойно стоит. Но подозрительно то, что он выстрелил. Блин, вот я об этом и говорю, типа теперь вообще крысят так долго. Я больше не уверен, то, что они там есть. Они просто ждут. Возможно? Не знаю. Просто теперь я постоянно предполагаю. Может, я дебилизмом сейчас занимаюсь, то, что ожидаю типов. Но я так уже пару раз делал. Мне особо не понравилось. Короче, снайпу бота и предлагаю перебегать в гаражик. Там есть карточки. Мышление, просто бегу в гараж. Включаю лазер. Сейчас ты минуту слежу. Я пока ждаю. Надо где карточку перетовую. Тихо-тихо. Наверху, да? Все, молодец. Есть карточка вот эта вот? Вот этой вот. У меня просто нет. Я выбил 1000 лет назад. От комнаты, короче, в гараже есть. Он снайп меня. Мой мать убил. Какие крысики. Может быть, то, что я шизанулся. Иди сюда. Есть карточка или нет, как мне понять? Попробуй открыть, не знаю, посмотри. Может, вот останешься это из кармана. Уже пишешь. Кстати, фиолетовый. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Там я слетал. Здесь лежит фиолетовый. Нету? Да попробуй, не знаю. Очень жаль. Пошли тогда слетаем этот вертолет. Ш
набираем карточек. А то уже времени маловато. Нужно что-то уже придумать. Да побыстрее. Вот, минусы. Федор. Там еще есть карточки в том боту, которого ты убил, на которого ты еще метку ставил, который перековал. Меня побежался, видите. Отлично, ничего не было в боте. Но как только мы собираем карточки, вызываем сразу же. Потому что что-то уже волнуюсь. 5 карточек, остается 30 штук. Так. Здесь лутано. Сейчас пойду, короче, лутать два за этих контейнера, которые здесь скрыты. Один еще надо, я где-то плюс-минус. Затем пойду в сторону бота. О, письмо Юкерин. И молоко. Ничего нету, понятно. Что-то у меня уже начинают нервы сдавать. Этого иди, короче, лутай того бота, которого ты убивал. Смотри, ничего, по карточкам. Блин, ну мне не осталось просто нифига карточек. Не может быть то, что мы сдохли. Да блин, а дайте карточки, пидорас. Вот уже и стрельба тут. Похуй на типов, главное вызвать. Я иду на смотровую площадку. Вот они. Зеленые есть что-то на вилле. И синие. Блин, два раза дал хэдшот боту, не могу посрать. Почему-то во время того, как я начинаю стрелять, меня начинают пинговать. Что за бред? При этом интернет у меня нормально ловит. Ой, хотя ничего. Супер. Давай ящик. Ничего. Супер. Ну ёбаный монах. Извини, конечно, за мат, но я немного уже этого волнуюсь. Я так один раз вызываю выполнить. Ловил он и пыль только что играли, когда мы уже там. Подпиваю, ещё живу. Не нужны наши карточки. Нужно теперь вместе, короче, с... А, не хватает все равно карточек. Да ёб твою. Три карточки, серьёзно, что ли. Мне показалось. Короче, сейчас идем и их типа пить на вине. Пойдем в плитанку. Все, давай я беру тебе. Бля. Блять, у меня тут тип был впритык, крысел. Вот эти вот люди, которые играют до последних минут, и все выползли сюда. Я вообще не ебу, откуда там тип взялся. Бегу просто с лутой у карточки, выхожу, и меня, блядь, сбоку из-за автобуса убегает тип. Пиздец, он что за мной всю игру следовал, что ли? Ебать, меня бомбит. Пиздец, как? Ебануться просто. Вот, блядь, геймплей киберспортсменов, ты только что видел. Как играют настоящие люди. У них ты должен учиться играть. Сидеть, блядь, до последней секунды, сука. Пидорасы, блядь. Они, блядь, вышли только потому, что время поджимало. Блядь, не поджимало. Дальше нихуя бы не делали на месте. Заебись. Дальше вот просто бы сидели и нихуя не делали. А нахуй, блядь. Мы же с такого ебаной будем сидеть, блядь, и крысить до последней. До последнего момента, блядь. Потом побежим, блядь. Нет, блядь, я вообще не думал, что они за нами бегут. Думаю, они там же остались. Они, блядь, не просто за нами бежали, они прям вслед, сука, бежали. Сейчас возьму гранаток еще. Ну, это я о чем говорю, типа просто обоссались. После обновления. Такой хорошенький с этим был. Я единственное, что я спиздил, это патроны на улице и хуй какой-то. Она мне положила защищенный. И она нахуй не нужна. У меня был какой-то дешевенький. Только у меня даже патроны не положил, мои хорошенькие, красивенькие.
Вовин. Лариски, Лариски. Я сейчас возьму даже нормальный снайпер, ты не поверишь. Я буду быть на 700. Не дофига. Все, взял он 700. Беру у нее патроны. Все, я готов. Я беру АКМ. Мне типа просто с АКМ ваншотнул, я даже ничего не сделал. Я успел там что-то выстрелить, что-то наподобие. Это бредово. Вообще. Сижу один. Джонни, ты тут? Джонни, 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 Джонни.